Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Far Cry 5, продолжаем отрываться в этой игре. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами опять увидели Веру, вытащили оттуда маршалов, то есть Берка. Просто вдруг, если кто-то этого не знает, маршалы в Соединенных Штатах Америки — это просто, по большому счету, приставы судебные. То есть, ну, это не совсем приставы, это больше, чем приставы, но они исполняют судебные приговоры, то есть там могут конфисковать, могут исполнять приговоры суда, розыск, арест преступников и, ну, и так далее. То есть, ну, на самом деле, я это давно знаю, я думаю, что многие это знают, но вдруг я решил просто рассказать. Даже в старых фильмах с Клинтом Иствудом, то есть там каких-то ковбойских, там тоже присутствовали, как помните, маршалы. Были шерифы, а были маршалы, которые исполняли какой-то судебный приговор и, собственно говоря, разыскивали каких-то преступников и так далее. То есть эта служба у них существует реально очень-очень-очень давно. Я только что увидел вот там вот, смотрите. Еще один алтарь. Пошли разбомбим. А что париться, если можно сделать вот так? До свидания. Смотрите, у нас с вами вот здесь какое-то задание «Грехи отца». Доберитесь до аванпоста сектантов. Сектанты заняли это поместье и превратили его в лабораторию, где они занимаются исследованием и усовершенствованием блажи. А здесь сектанты изготавливают и из обработанных цветов наркотик блаж. То есть именно здесь у нас с вами происходит производство блажи. А прямо рядом с нами есть какой-то персонаж. Давайте посмотрим, что он хочет. Так, хорошо. И все, это все, что ли? Вся информация, которую ты мне дашь? Ну, полетели туда. Я так понимаю, что вот эти вот задания... Ты нашел алтари, что построила Вера. Нашел. Они стоят вдоль пути паломника. И вокруг них всегда кучкуются сектанты, наяривающие на Иосифа. Хочешь насолить им? Разнеси все алтари на куски. Хорошо. Договорились. Я понял тебя. Сейчас, секунду. До свидания. Здесь что происходит? Трейлерный парк. Но я не вижу никаких сектантов. Как странно. Да, приземляться. Я думал, сейчас сектантов здесь встречу у тебя. Повоюем. Ну-ка. Воу! Черт. Как не очень хорошо вышло, да? Ладно, фигня. Ну-ка. Не получилось. Еще один психопат с огнеметом, что ли, у нас, да? Вы не волнуйтесь, бензина хватит на каждого. Я Карл Великий Виктор Башоу. Ну, если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Моя аппаратура может разгонять до 110 дБ отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. И я не знаю, нравится она им или нет, но отвечаю, выглядит очень прикольно. Не парься, эти ангелы уже покойники. Я просто помогаю им попасть в диско-рай. Хочешь со мной? Будет весело. Обещаю, я никому не скажу. Штаны надевать не обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. А ты возьми, не знаю, да все что угодно. Сожжем их всех к чертям. Давай, врубай. Здесь что у тебя интересного есть? Так, я понял, всякая ерунда. Ну что, гори-гори ясно? Где они? Вижу. Уу! Лови еще. Отлично. Это кто там наверху? Да я стараюсь. Просто шикарно на самом деле. Единственное, что это музыка лицензионная, я не знаю, что с ней будет. Нужно здесь побольше говорить, как можно больше. Уу, классно. Чтобы это все дело у нас не заблокировалось с вами. Иначе, блин, иначе начнутся проблемы у видео. Привет, дружок. Куда побежал? Ну-ка стоять. 50-й у нас, да, калибр сейчас? Привет, иди ко мне. Отдыхай. Зараз такая, кто там стреляет по нам? Давай.
Сейчас вырублю. Не переживай, сейчас все сделаю. Минус. Еще один. Давай. Тихо. Минус колонка, давай, отключайся. Да давай, отключайся, зараза. Хорош. Да вырубаю я, вырубаю, подожди, карта. Отлично. Главное во время этой музыки постоянно что-то говорить, чтобы хоть как-то заблокировать ее звук, чтобы как-то ее заглушить, потому что иначе видео может быть заблокировано вплоть до полной блокировки его, не только монетизации, но и просто бывают такие композиции, которые очень-очень авторы, которых не любят, чтобы их использовали, зараза. Они очень не любят, чтобы их композиции использовали. Черт побери, сейчас подожди. Подожди. Сейчас разберусь. Вырублю сейчас, не переживай. Ща, персик, извини, пожалуйста, сейчас. Ты думаешь, все так просто? Ты думаешь, все так просто, черт побери? А ты куда пошел, эй? Отлично, персик, иду. Да ладно, все будет путем, не переживай. Давай, последнее. Да уж, я надеялся, что миссия будет немножечко повеселее. До свидания, чувак. Долбанный психопат, я большую часть, наверное... Угу. Мы могли бы спасти мир и жить в новом Эдеме. Черт. Ну-ка, тихо. Отдыхай. Да зачем? У меня все хорошо, у меня все путем. Мне помощь не нужна. Плюс одно очко навыков. Но на самом деле я надеялся, что миссия будет немножечко повеселее. Они включили, конечно, хорошую музыку, но уж очень сильно защищенную лицензионными правами. Персик, я понял. Персик у нас с вами немножечко тогось отъехал. Так, ладно, давайте посмотрим, что еще интересного есть. Прямо здесь. Доктор Чарльз Линдси. Скорее всего, вот эта вот задача была достать доктора, да? Или... А, да-да-да, я понял. Мы же вот там не нашли, соответственно, нам дали новую точку. Так, что мы можем с вами прикупить? Да нет, мы это не можем ничего прикупить. Подожди, у нас с вами есть наша машина. Вот это. Где она? Вот это вот. Мы так толком на ней не покатались. О, здесь нигде не застревает. Иди нафиг. Нафиг выключи это радио. Сегодня что-то фигню какую-то крутят. Так, 600 метров, надеюсь, доедем. И не убьемся. Жесть, чего я разбил, что ли, машину? Эх, досадно. Ну и чего там у нас с целью? Лети сюда, давай. Давай. Приступаю к атаке. Ага, я тебя жду. Оп. Беда, печаль. Машину жалко. Ладно, погнали дальше. Так, а здесь у нас по пути что-нибудь интересное может встретиться? Да, может, в принципе, так черт его знает. Если встретим, то встретим. Так и не попробовал я толком вот эту инопланетную пушку, вот эту вот, точнее, инопланетную мушку. Инопланетянскую, скорее всего, правильно так. Вон, смотри, вон на ком мы можем попробовать. Тут у них кумбая господь. Ребят, а что вы делаете, честно вот? Скажите мне, что вы делаете, а? Что вы тут делаете? Слушай, весело. Отлично. Ну, жестко, конечно, пушка просто разносит. Перс, ты чё, издавай, вставай. О, в смысле, давай вставай. А, они ели оленя, сволочи. Так, персика можно призвать. Просто я прочитал, персик доступен, сказал бумеру персик. Так, секундочку. Выбираем, призываем, конечно же. Все, хорошо, погнали вперед. Ну, такая пушка, в общем. Ну, пушка, в принципе, интересная. Вот, из-за того, что можно раскидывать врагов, которые рядом с тобой находятся. Но ей довольно-таки сложно попадать, чтобы не задевать своих, это раз. Во-вторых, чтобы ей убить, нужно очень плотно стоять. Мне это не очень нравится. Это бред какой-то. И тем более, она, мне кажется, шумная. Что здесь такое? Парк Мастодон. Ну, типа, не пить воду. Хорошо, не будем. Интересно, что в воде. А в воде что-нибудь водится? В смысле, рыба какая-нибудь? А чё бы не проверить? Ну-ка, да, попробуем. Не, ну может действительно водится что-нибудь. Надеюсь, кита не поймаю. Оп.
Нет, здесь рыбы нет, понял тебя. Здесь рыбы нет. Так. Здесь сектанты, походу, должны быть. Вон сектанта слева вижу. Прямо по курсу один. Сзади. Не попал. Попал. Бронированный гад. Отдыхай. Черт, гад. Мансит. Мансит. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Аптека. Все путем, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ну же! Еще аптека. Живем. Живем. Конечно, пушка у нас такая, ну, мощная. Очень мощная, безусловно, но... Перезарядка у нее очень долгая. Граната! Живем, хорошо. Еще один там. Есть. Последний. Сейчас вытащу. Подожди. Вон, видишь, еще один. А ведь пришел вот туда. Пришел вот за тем. А нашел доктора. Прошу. Ты не умрешь, все хорошо. Ты же доктор, да? Спасибо за помощь. Я доктор Чарльз Линдси. Пожалуйста. Я из тех, кто укрылся в тюрьме к югу отсюда. Вера и Ангелы давно пытаются добраться до нас. Я искал способ помешать им, когда меня схватили. Я знаю, как создать приманку для ангелов. Но ингредиенты остались в сумке, которую святоши бросили в пруд. Но... Я не умею плавать. Да-да, так бывает. Ничего страшного. Я хочу, чтобы ты достал ее. Окей, договорились, сейчас достанем. Пруд это где-то здесь. Эй, перстечка, ты чего, мой хороший? Вставай, точнее, хорошая. Вставай, милая, вставай. Он связан там, да? Он связан. Пойдем поможем. Ну, нельзя же бросать человека. А потом за его сумкой сплаваем. Не ожидал я, что их окажется здесь так много, и что именно здесь окажется доктор. Так... Дружище, да я ничем думал, не парься. Здесь у них миномет есть, пару баксов. Ах, господи, ладно, погнали. Да держи дыхание, даже я столько смог удержать. Где он? Вижу. Еще один, черт побери. Зараза. Да пошел нафиг, аптека. Аптека! Вот ведь урод! Да на! Чего? Миномет! Какого? Какого черта? Кто около миномета? Это он, нет? Не знаю, блин. Какого черта творится здесь? Откуда они все взялись? Черт, зараза. Нормально. Иди нафиг. Где он, где он, где он? Я просто не вижу. Понял тебя. Лежать, тварь. Так, ладно. Да. Отдыхай. Персика спасу, не знаю. Что там творится? Кто, где? Не вижу, далеко. Я персика не спасу. Вижу, понял. Ты что, ко мне ломанул, что ли? Черт. Отлично, попал. Персичка, извини, милый, не успел бы я к тебе очень далеко. Я только что понял, кто ты. Кто? Помощник. Это о тебе вечно говорит Дач, верно? Возможно. Кстати, я Чарльз. Все зовут меня Док, но я не совсем правильный доктор. Я ветеринар, но сейчас за местного полевого медика. Зашивать раны от пули и принимать роды у животных — совсем разные вещи. Прости, неважно. Дело такое. Я нашел кое-что, что привлекает ангелов. Мы сможем согнать их в кучу. Хотел испробовать, но все пошло кувырком. Сраная секта. Мне не хватает ингредиентов, но меня убьют, если я останусь здесь. Я должен вернуться в тюрьму. Выручишь меня. Я дам список того, что нужно. Если найдешь, у нас появится реальный шанс выжить.
Ну, окей, гони список. Я тебя понял, шкуры вилорога нужны. А у меня, кстати, ни одной шкуры нету. Нужно будет сейчас пойти на охоту тогда. Назначение доктора. Добудьте две неповрежденные шкуры вилорога. Да, в принципе, это... В принципе, это недалеко. 500 метров в ту сторону. Да просто дойдем пешком. Так, на самом деле, стрелы у меня есть, все у меня есть. Главное сейчас особо опять не наглотаться этой заразы. Так. Вижу его, вижу. Отдыхай. Погнали туда. Вот, мне вот этот сейчас, скорее всего, расскажет что-нибудь интересное. Блин, док, ты меня напугал. В округе. Угу. Мы там кое-что припрятали. Давай, рассказывай. У мельницы мертвеца. Механизм старый, да и от сектантов пострадал. Но если починишь, то можно остановить воду и поискать заначку. Спасибо. Так, где-то здесь у нас с вами вилороги как раз водятся, да? Я надеюсь, что это он. Так, все отлично. Черт! Голову отвернул. Чуть-чуть повыше. Вот так, отлично, есть. Надеюсь, сейчас сразу две шкурки. И порядок. Да, две шкуры сразу, сходу. Испытание пройдено. И нам нужно отнести обратно. Добудьте одну неповрежденную шкуру черного медведя. А у меня же они были. Да черт бы тебя подрал, откуда ты здесь взялся? Персик, давай, разберись с ним. Американский барибал, это разве не то у нас? Мне кажется, это и есть черный медведь, да? Ну-ка, давай, в машину и туда. Я вот что не посмотрел. У нас с вами, по идее, должен был разблокироваться новый лук. Оп! Ладно, плевать. Этого освобождать не надо. За спасение получили свои очки. Вот там еще два мирных жителя. Враг вызвал подкрепление. Вот зараза. Зараза такая. Есть, все, попал. Ребята, стояба. Бумер пока не может сражаться. Зараза, кто-то бумера. Давай, вылезай. Кто-то на бумера напал. Да валите отсюда нафиг. Надеюсь, что там окажется все-таки черный медведь. А не какая-нибудь ерунда. Спокуха. А мне что, нужно было налево, что ли? А это обязательно? Ненавижу я этот... Автопилот чертов. Нормально. Хорошо полетали. Уу! Путем, я почти на месте. Зараза такая. Ушел. Справа кто-то. Давай, иди. Быстро, не волнуйся. Все? Или еще кто-то? Ну-ка. Я вот там кого-то вижу. До барибала еще 400 метров. Нам, в принципе, главное просто приблизиться к отметке. Прям точно на нее приехать это не обязательно, потому что они же бродят вокруг. Привет. Да, все нормально, приехали. Смотри. Но я не думаю, что это медведь. Я сомневаюсь, что это медведь. Тихо. Да, это не медведь. Это росомаха. Вера, отстань от меня. Мне не до тебя. Нам вот туда куда-то. Я думал, что это черный медведь как раз барибал сейчас будет, но нет. Это оказался росомаха. Значит, нужно, скорее всего, искать росомаху, чтобы найти черного медведя. Или еще что-то типа того. Господи. Ну и как мне здесь... Ага, понял. Хорош. Отлично. Кое-как получилось. Где-то там. Давай, зараза. Стрел 22.
Все путем. Главное, не повреждено, чтобы шкура была. То есть нельзя ни взрывать, в принципе, ни стрелять, наверное, да? Я на этой засидке бывал? Мне кажется, нет. Но я осталось просто найти чертового медведя. Чего там такое? Да просто два чувака у костра сидят, да? Как поживаешь? Привет, ребят. Класс. Вот такого я не ожидал в игре. Привет. Приятель сказал, Шерри обещает награду тому, кто вернет пропавший виски. Я вот думаю, у нее же рыболовный магазин. Ее товар может нас прокормить. Вера из-за тебя просто в ярости. Да я рад. Привет, Вера. Вера заботится только о Вере и об Иосифе. Больше ни о ком. Так, Бумер, ты где-то кого-то засек, я чувствую, да? Это олень. Он нам не нужен. Ну, можно было бы, конечно, но смысл? Нам медведь с тобой нужен. Ищи медведя. Слышу. Медведь против волка. Отлично. Вот это настоящие. Это настоящие. Отлично. Вера, отстань. Не сейчас. Видишь, охочусь. А, черт, он уже за горой. На. Еще одно. Отлично. Шкуру черного медведя. Так. А ты? А я? Ты предал своих близких. Я разочарована. Да иди ты нафиг. У меня были на тебя большие планы. Мне плевать на твои планы. Простая такая, у меня были на тебя планы. У вас у всех на меня планы, я смотрю. У Иоанна планы, у тебя планы. Не удивлюсь, если... Черт, чуть не разбился. Не удивлюсь, если у Иакова тоже на меня планы. Да что ты за ним гонишься, гад, а? На тебе, жри. Нужно спасать. Тихо. Черт. Так убиться недолго. Да где-то здесь же был мирный житель. Все, что ли? Тю-тю? Так вот здесь вот был он. Нет? Ладно, плевать. Берем тогда квадроцикл и тащим туда. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Доктор, ну что расскажете интересного? Ну как, тяжело пришлось? Не особо. Я бы дольше копался. Ангелы Веры все равно, что зомби. Когда тебя так напичкали блажью, нормальным уже не стать. Но с моим средством мы сможем хотя бы убрать их с пути. Когда я закончу, давай ты испробуешь приманку в деле. А она сработает? Она сработает. Я уверен на 95%, но надо узнать наверняка. Ладно, хорошо. Да, попробуем. Назначение доктора. Выполнено. Послушай, угу. Последнее время от меня было мало толку, но теперь все изменится. Проверим только, работает ли приманка. Ангелы собирают цветы для блажи на ферме неподалеку. Так. Попробуй там. Хорошо. Правда, их легко вывести из себя. Так что тихо подкрадись, оставь приманку и уходи. Ну, это я по моей части. Почти уверен, что формула верна. Ты, ну, береги себя. Мне нравятся вот эти все оговорочки, типа «почти». Поможем. И в прошлый раз, да. Можно начать испытание. Хорошо. Я пошел. Подберите экспериментальную приманку. Помощник, угу. Можно начать испытание. Да я понял. Я понял. По-тихому... Да иди ты нафиг со своими пумами. Тут всего-то было 300 метров от тюрьмы, я решил пешочком туда дойти, ну нафиг. Так, дурман, он нам пригодится. Он сказал подобраться туда по-тихому, использовать приманку. Кстати, приманка. Приманка выбрана? Да, выбрана. Можно, в принципе, попытаться ее закинуть туда. Ну... Я надеюсь, что это сработает. Доберитесь до фермы, добрался. Угу, понял. Помощник, это доктор. Да. Хочу напомнить, не зли ангелов. Иначе мы не проверим нашу приманку. Хорошо. Они скорее накинутся на тебя, чем заметят ее. Берсик, давай. Молодчина. Так, смотрим, что у нас там происходит.
Еще один. Ангелов вообще не вижу. Вот вижу ангелов. Это сектанты пошли. Да ладно, сейчас потихо мы зачистим, нормально. Прям под нами кто-то один, да? Тихо-тихо-тихо. Нас засекли, что ли, нет? Не, не должны были. Убивайте только сектантов. Так, в принципе, он уже довольно-таки близко к дому. Пошли туда. Пошли сближаться. Сейчас мы так аккуратненько сторонкой-сторонкой. Персик. Давай. Там еще один. Там еще один. Все путем, все путем, все хорошо. Нас-то не засекли. Ну, вроде как. Ну, а вот ты того сможешь убить? Минус. Минус. Эти вроде меня не видели. Все путем. Все хорошо. Что нужно делать? Положите приманку на стол. На какой именно стол? Здесь? Нет? Нет. Это у нас про рыбу что-то. Спокуха. Небо бумера? Небо бумера поднять. Отсюда я его не вижу. На тот стол, я понял. Бумер, вставай. Тихо-тихо-тихо-тихо. Они меня сейчас не видят. Отлично. Отлично-отлично-отлично. Спокойно. Сторонкой-сторонкой. Да тихо. Не мешайся под ногами, пожалуйста. Все, отлично. Просто туда, да? А мне нужно ее... Ну как, просто подойти положить или кинуть можно? Ну-ка. Черт, не попал. Не попал. Ладно, пошли по-тихому. Предположим, они меня не видят, они меня не видят, они меня не видят, они меня не видят, они меня не видят. Приманка. Это та приманка? Нет, не знаю. Слушай, непонятно вообще. Ну. Положил. Отходим. Отходим. Поднимитесь на крышу хижины. Блин. Зараза. Нет, 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 нет. Приходит, придется через блажь. Давай. Дурацкое задание какое... Черт. Все, я здесь. Наблюдайте за полевым испытанием. Я уверен, что добавлял адренохром смесь. Но тут такое дело. Передо мной стоит пузырек, и он полный. Может, я все-таки забыл? Не представляю, каким будет эффект. Если приманка еще у тебя, можно что-нибудь придумать. Дай мне минутку. Даю. Все? Нет. Вот теперь все. Да. Понял. Нашел ошибку в формуле. Нужно больше феромонов существ, накачанных блажью. Их можно получить из шкур животных, которые ей питались. Угу. Найди и принеси мне новые образцы. Зараза, ну ты даешь. Мы не успели использовать неудачную партию. Я на 75% уверен, что это сработает. Ах ты, вот ведь зараза, а? Добудьте 3 неповрежденные шкуры гризли. И где же у нас здесь гризли есть? А гризли у нас с вами есть, например, вот здесь вот, да? Шикардос. Это так близко? Это прям очень близко. Здесь какой-нибудь транспорт есть? Я напоминаю, что я не использую быстрое перемещение. Блин, 4000 метров на квадроцикле, это будет очень долго. Может, все-таки смогу найти где-то здесь... А, секундочку, мы же около тюрьмы, да? Давай-ка до тюрьмы и возьмем вертолет. Да, давай до тюрьмы, возьмем там вертолет. Блин, вот эта задачка так задачка. Сейчас придется найти 2 гризли, забить их с лука. И собрать, ну, 3 шкуры минимум. Вот ведь зараза. Мне показалось, я сейчас медведя увидел. Вот там, да? Смотри. Ну-ка. Здесь что-то побежало. Здесь вот только что-то было. Секунду. Да, приземляйся. Так, вызываем наших ребяток по-быстрому. Так, тебя. Тебя. Ага. Ребята. Здесь где-то был гризли, мне кажется. Хотя, может, и показалось. Вот он прямо передо мной. Отлично.
Ну и они же здесь не накачаны всей этой блажью и прочей ерундой. И честь отлично есть, шикарно. Раз, два шкурка. Так, две шкурки. Нам нужно еще. Буквально еще один гризли. Бумер, ищи. Сегодня у нас прям полвыпуска посвящено охоте на гризли, на прочих, на черных медведей, да? На самом деле, молодцы, что так раскидали задание, что вот так вот все сделано, что ты немножко охотишься, немножко там взрываешь. И всего так по чуть-чуть, оно создает довольно-таки неплохое разнообразие. И тебе не скучно играть. Что за черт? Это просто волк. Он нам не нужен. Да ты иди отсюда, иди. Ты мне лично не нужен. Олень. Интересно, волк от оленя убегал, нет? Олень от кого-то побежал. Да это не сектант вроде. А, вот это вот сектантские волки, я понял. Я иду. Ну же! Есть, с этими справились. Сзади что? Черт, вижу. Все путем. Разобрались со всеми. Нет, не со всеми. Медведь. Но это черный медведь. Это не то, что нужно. Да зараза, стой. Продавца убили, да? Продавца, кажется, медведь убил. Погнали за ним. Мне кажется, это не тот медведь. Это нам сейчас даже шкуру черного медведя. Нам нужны гризли. Нам с вами нужны гризли. Ну-ка, стой. Персик не надо. Блин. Персик, стой. На, нафиг. Отлично, все. О, ты посмотри, даже кровь распространяется. Да, это шкура черного медведя. Это не то, что нам нужно. Нам нужен конкретно гризли. Так, здесь чья-то засидка была. А сам медведь, скорее всего, прям под нами. Ну, то есть это вот тот самый медведь, которого мы завалили. Да? Возможно. Слышу. Тихо! Я сейчас подниму тебя, не переживай. Сейчас только с ними расправлюсь. Отлично. Да, вставай давай. Классные шорты, by the way. Ну, спасибо. Пробраться бы на аэродром, взять самолет, да улететь отсюда. Да я как-то не спешу. Но там полно людей Иакова. Мне не справиться. А вот аэродром зачистить могу. Хорошо. Секунду, а здесь что такое интересное стоит? Чего это? А, это просто какое-то испытание, типа гонки, да? Ну-ка. Точно, верняк. Это гонки. Я, кажется, еще ни в одних гонках здесь не участвовал. Ну-ка. 15 апреля 1960. Угу. Горизонтальный забег? Забег? Никсон, величайший каскадер на земле, проезжает на вездеходе через лес, столь же могучий, как и он сам. Окей, хорошо. Погнали, погоняем. Вот это может быть прикольно. Вот в этом мы еще с вами не участвовали. Я стараюсь. Я просто здесь не очень хорошо умею водить. Но это не страшно. Надеюсь, что этого не произойдет. Похоже, все в порядке. А кто это задание дает, интересно? Тихо! Тихо! Вот это зрелище! Просто фантастика! Да, честно говоря, не особо. Как-то. Я думал, повеселее будет. Водителя ждет куча преград. Да я уже понял. Я уже чую, что здесь сектанты. Но меня вроде не засекли. Прикольно. Нам нужно было освободить эту лесопилку, если не ошибаюсь. Только что прочитали, да? Тихо. Только не врезаемся. Хорош, тащим. Сколько еще? А здесь нету отметок, сколько ты уже проехал, сколько еще осталось? Нет, я нигде не вижу. Просто промчитесь через все контрольные точки. Все, хорошо. Ух ты. Да я понял тебя. Уйди нафиг. Лось, уйди.
Нормально, нормально, тащим, 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 тащим. Черт побери. Воу! Ты шутишь, что ли? А дадут еще раз это сделать? Мать природа внесла свои коррективы, фига себе. Во, лоси, пошли, отлично. Все, вы почему в первый раз в него врезались? Почему все это началось? Вообще бред. Ну, давай, 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 тащим, тащим, тащим. Когда финиш-то уже? Это опять лесопилка, что ли? Нет? Нет. Вроде нет. Черт. Пошли нафиг, уроды. Едут за мной? Нет. Фига себе, мне казалось, знаете, в третьем Far Cry поменьше было. Черт, куда? Не сюда. Туда. Я понял, я из-за него запутался. Нам просто сюда. Ладно, плевать. Лучшего времени, конечно, не покажем, но все равно неплохо. А я даже не знаю, есть ли здесь лучшее время или нет, потому что я помню... Да, все, финал. А, потому что... Финиш. Да, все, финиш. Потому что я помню, что в третьем же были вот эти вот... Да, жив. Я помню, что в третьем были все эти фишки, что соревнования по времени, кто больше убил, кто быстрее убил, там больше очков получил. Интересно, здесь такое есть? Или это здесь в режиме аркейд? Здесь, скорее всего, это в режиме аркейд. Просто так здесь этого нету, да. И нас вернули туда же, где мы с вами были. Гениальный... Генитальный забег выполнено. 750, 4 штата... нормальный квадроцикл, но я не очень люблю квадроциклы в этой игре. Что здесь происходит? Подожди. Херк Драбман, это не то. Подожди, мы только что ехали через какой-то... Это вот, Джесс. Лесопилка Барон. Джесс Блэк. Да. Это Джесс. Джесс Блэк. Встретимся на лесопилке. Повар задержался на этом свете. Какой-то повар? Вы помните, что за повар? Я, честно говоря, не помню, что за повар. Но на самом деле, давайте на этом этот выпуск завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Продолжать будем в следующем. Так что, если вы здесь впервые, не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить. А на этом все. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.